Сегодня я в школу принес станок. И пока на классном часу все выбирали старосту класса, я отсел на заднюю парту, ну, поближе к розетке, и навытачивал там вот таких вот всяких колбасок, кругляшочков, треугольников. Вот, смотрите. Вот. Вот. И сидел там, их выпиливал на задней парте. Вот такие вот у меня получились разные. Сейчас я начну работу на моем мини-токарном станке. Нужно быть очень внимательным. Скорость вращения просто бешеная и не до разговоров. Поэтому смотрите внимательно и больше слушайте станок. Это гораздо интереснее и меня не отвлекает. Итак, сейчас при работе на моем мини-токарном станке я буду использовать резцы, наждачки. Я буду отрезать, срезать,
смотреть, что получилось. Буду выключать станок и смотреть, что получилось. Нельзя трогать, пока станок не остановится. Я буду резец перемещать, проводить. Пилой, ножовкой мы будем отрезать деталь. Деревянная заготовка вращается со скоростью 2400 оборотов, ну или вращений за одну минуту. Бешеная скорость. Почти 40 оборотов каждую секунду. И чтобы, ну, не получить себе травму, я не буду сейчас отвлекаться на разговоры. Итак, начинаем.